Добрый день! Представляю вашему вниманию микс детский «Экстра Канада». Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с плисового комбинезона. Ножки закрыты на 18 месяцев. Толстовка, спортивный трикотаж, внутри капюшона плюш. Внутри начес, размер на 4-5 лет. Брюки на 10-12. Танковка на 4 года, имеются поверхностные загрязнения. Брюки вельветовые на 10 лет. Спортивный трикотаж, толстовка на 2 года, внутри начес. Танковка на 6 лет. На 12 лет брюки спортивный трикотаж с начесом. Толстовка с капюшоном гап, размер на 5 лет. Имеются поверхностные загрязнения. Джемпер на 6 лет. Имеются поверхностные загрязнения. Комбинезон флисовый на 3 года, ножки закрыты, толстовка с капюшоном на 10-12 лет, танковка на 2 года, брюки на 5-6 лет, платье на 6 лет, с люрексом вязаное, так, рубашка, размер не указан, я думаю, на 9-10 лет. Толстовка с капюшоном, внутри небольшой начес. Наверное, на 3-6 месяцев имеются загрязнения поверхностные. Танковка на 10-12 лет. Найк брюки на 3-6 месяцев. На 12-18 месяцев джемпер. Боди на 3 месяца. Имеются поверхностные загрязнения. Танковка на 10 лет. Брюки велюровые на 11-13 лет, толстовка с капюшоном на 12 месяцев, танковка на 3-4 года, на 10-12 лет брюки с начесом внутри, толстовка флисовая на 4 года, горловина на замке, имеется поверхностное загрязнение. Брюки на 6-7 лет с начесом, так, здесь у нас на 8 лет толстовка с начесом. На 0,3 месяца комбинезон, велюровый, ножки закрыты. Здесь у нас на 7-8 лет жилет, искусственный мех с поясом. На 12 месяцев брюки, спортивный трикотаж, футболка на 5 лет. Комбинезон, искусственный мех с капюшоном, на капюшоне имеются ушки. Размер на 6-12 месяцев, имеются поверхностные загрязнения, ножки открыты, джинсовые шорты на 7-8 лет. Так, здесь у нас танковка на 10, наверное, 11 лет. Имеются загрязнения поверхностные. Брюки на 6 месяцев. На 9-10 лет вот такое платье-рубашка. Очень мягкая. Брючки на, наверное, 12 лет. Очень мягкие. Так, здесь у нас танковка на 10-12 лет, спортивный трикотаж. Брюки на 18 месяцев. Так, толстовочка на 7-8 лет, очень мягкая, велюровая. На 6 месяцев комбинезон, ножки закрыты. На 3 года леггинсы, футболка. Имеются поверхностные загрязнения на 2-3 года. Брюки с начесом внутри на 6 лет. Комбинезон, ножки закрыты на 3-6 месяцев. Так, брюки на 3 года. Джемпер, имеются поверхностные загрязнения на 3-6 месяцев. Даже платье это получается вязаное. Брюки на 11-12 лет. Спортивный трикотаж. Комбинезон на 6 месяцев, ножки закрыты. Брюки флисовые на 6-7 лет. Здесь у нас на 90 сантиметров такая вот толстовочка, имеются загрязнения поверхностные с капюшончиком. Халат на 6-7 лет, плюшевый с капюшоном. Куртка, искусственный мех на капюшоне. На 6-7 лет имеются поверхностные загрязнения. Дальше. Танковка на 7-8 лет, имеются поверхностные загрязнения. Здесь у нас танковка на 10 лет, танковка на 5 лет,
тонковка на 12 лет. Толстовка с начесом на 18 месяцев. Брюки спортивный трикотаж с начесом. Размер на 10-12 лет. Тонковка на 2 года. Брюки с начесом на 7-10 лет. На 0-3 месяца боди. Спортивный трикотаж, брюки на 6 лет. Толстовка на 7-8 лет. Так, тонковка на 5 лет. Брюки плюшевые. Размер на 6-7 лет. Тонковка на 4-5 лет. Плюшевая толстовка на 10 лет. Брюки Nike на 3 года. Тонковка с капюшоном на 5 лет. Джемпер Shein, 152 ростовочка. Толстовка, спортивный трикотаж на 9-10 лет. Имеются поверхностные загрязнения. Толстовка на 2 года с начесом внутри. Тонковка на 10-12 лет. Так, здесь у нас на 5 лет тонковка. Толстовка флисовая на 18 месяцев. Брюки такие утепленные, горнолыжные. Размерчик на 10, наверное, 9-10 лет. Не указан размер. На 4-5 лет тонковка. Толстовка плюшевая на 4-5 лет с капюшоном. Тонковка на 6-7 лет. Брюки спортивный трикотаж с начесом на 10 лет. Так, здесь у нас толстовка с капюшоном, с начесом. Размер на 10-12 лет. Толстовка с капюшоном и начесом на 10-12 лет. Спортивный трикотаж. Брюки спортивный трикотаж на 8 лет. На 10-12 лет тонковка. Тонковка на 2 года. Тонковка на 4 года. Такой вот болеро, искусственный мех на 8 лет. Спортивный трикотаж, толстовка на 4 года с капюшоном. Тонковка на 7-8 лет. Тонковка на 3 года. Флисовые брюки на 7-8 лет. Брюки спортивный трикотаж на 16-18 лет. Такие подростковые. На 3 года тонковка. Толстовка. Толстовка на 10-12 лет. Внутри начес на замке. Боди на 2 года. Так, здесь у нас на 2 года пиджак вельветовый. На 10-12 лет тонковка, блуза, джинсы. Так. Джинсы. Не указан возраст. Я думаю, наверное, на 12-14 лет. Внизу необработанные края, толстовка на 3 года с капюшоном, спортивный трикотаж и начесом, 4-5 лет джемпер, брюки на 18 месяцев, петелька внутри, платье на 4 года или тонковочка, но она какая-то удлиненная, мне кажется, как платьице, что ли. Вельветовые брюки на 8-10 лет. Так, толстовка на 14-16 лет с начесом и капюшоном. Здесь у нас ветровка на 7-8 лет, внутри флис, внутри капюшона плюш. Здесь у нас на 5-6 лет флисовые брюки, толстовка на 100 сантиметров ростовка, брюки махровые на 9 месяцев, брюки флисовые на 12 месяцев. Здесь у нас на 9-10 лет тонковка, юбка вельветовая на 12 лет. Тонковка на 14 лет с капюшоном, джемпер, вязаная, точнее, жилетка на 7 лет, на 18 лет боди, ой, на 18 месяцев боди, на 5 лет брюки, спортивный трикотаж, на 2 года футболка, на 2 года брюки, тонковка на 5 лет, платье вязаное, на 10-12 лет, такое вот оно, пышненькая. Толстовка с капюшоном на 4 года. Брюки
104-я ростовочка H&M с начесом внутри. Дальше такая вот жилетка на 2 года. Ветровка с капюшоном на 10, на 8-10 лет. Куртка с капюшоном, имеется поверхностное загрязнение на 4-5 лет. Внутри лис, внутри капюшона искусственный мех. Здесь у нас куртка H&M 122 ростовка. Такая с пропиткой под кожу. Куртка на 14-16 лет с капюшоном на замочке. Также в лоте есть вот такие вот маленькие носочки плюшевые. Плисовая шапка-ушанка. Такая вот. На липучках. Такая вот шапочка. Колготки. Такие вот яркие на 2 года. И вот такие вот боксеры. Спортивный трикотаж. Наверное, на 10-12 лет. Может, даже на 12-14. Не указан возраст. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.